Друзья, всем привет! Сегодня у меня такой небольшой обзорчик. Получила посылку от сына. Он мне должен был выслать кое-какие гаджеты. С вами буду распаковывать. А посылка пришла из Англии. Коронавирус, не коронавирус. Меньше месяца шла. Прям это предыдущая у меня 3 месяца где-то болталась. Ну вот сегодня получила. Так, я вот хочу чуть-чуть сторонку отодвинуть. Посмотреть, что мне тут наприсылал. Так. Ну, во-первых, прислал маску. Маска многоразовая. В коронавирус. Ну, что прислали? Кстати, очень качественная. ХБ. Ой. Плотная такая. Прям. Ой. Плотная. Но чистый хлопок. Хорошая маска. Хорошая. Но я боюсь, что сейчас у нас в Алмате жара. Но дышать нечем. Я даже с тонкой, с медицинской захожу. Вот, которые простые в магазин. Вообще жарко. Ну, Женя, как всегда, еще мне прислал полотенчик. Прям мне их даже, знаете, если честно, сейчас покажу. Жалко открывать. Так, смотрим. Зайки, дубовый лес. Ага. Женя, спасибо. У меня уже целая коллекция твоих полотенец. Целая коллекция. Большое спасибо. Ну что маме послать? Полотенчик. Правильно? Так, дальше. Это что? Материал какой? Так. О. А, ребят, он мне прислал. Это с Амазона он купил. Это, знаете... Это таблетница на 7 дней. Кстати, очень-очень-очень удобно. Вот, у меня такая большая таблетница. Там утро, вечер. А это он мне еще, вот я смотрю, одинарную. А это, видимо, как идет, знаете, как если что-то надо дополнительно. Я так понимаю, да? Можно вот взять и в самолетик вот такую маленькую. Например, поездку в дорогу, если вот на один день. Вот. Ну, Женя, спасибо, сыночка. Спасибо. Да. Так, дальше. Дальше. Даже все мне тут расписал. Витамин D3 улучшенный. Принимать каждый день. Каждый день. Спасибо, сынок. Так. D3 50. А, для возраста 50+. Для меня. Здесь сколько таблеток-то? Таблеток. Не знаю. А, 180 капсул. 180. Так, вот это что? Так, это тоже какие-то или витамины, или что, не знаю. Все упаковано в Bubble Wrap. Я ему, кстати, тоже посылку собрала. Мы посылками обмениваемся друг с другом. У кого что не хватает, то тому и посылаем. Так. Что это? Никотиновая кислота без покраснений кожи. Витамин В3. 500 миллиграмм. Короче, когда я заболела этим коронавирусом, ну, я не знаю, может, это не коронавирус, потому что тест ничего не показал, или мне не ответили. И получается, вот я пила витамины, именно те, которые он мне прислал с Англии, витамин С в 1000 миллиграмм и вот улучшенной формы. Сейчас после операции мне как бы, ну, нельзя
витамин С просто пить. Ну, не то, что нельзя, можно, но это вредно для желудка, и он может разъедать желудок. А он присылал такие. Так, вот второе полотенчик. Ага, как Шорн Бэк энд Спэр. Не знаю, что за компания. Так, с теперью это с сойками с какими-то. И с ежевикой. Английский такой мотив. В Англии много ежевики очень. Так, уже две в этой посылке. Ну, молодец. Красочка для волос. Заботится о маме. Господи, ну всего наложил. Ну всего. Женя. Так. Прислал красочку для волос. Так, посмотрим, какой цвет. Так. Наверное, баклажан. Токио Интенсив Виолет. Но я не знаю. Такой, знаете, фиолетовый. Интенсивный. Но у меня, я не блонд. Но у меня седые волосы, скорее всего, буду фиолетовая, темная. Так, он в прошлый раз не присылал краску, ну, она мне хорошо, она кончилась, и он решил еще мне. Так, что это? Так, смотрим. Посылка получилась большая. Так. Что это? Это сумочка. Сейчас. Ее еще достать. Надо эту сумочку. Так. Ага, сумочка. Ребят. Мы с ним говорили, и он говорит: вот, мам, я тебе купил сумочку, чтоб ты ходила и сюда, ну, вставляла телефон, можно вот так вставить и вот сразу как бы вот так снимать ее. Вот. И всегда носила ее. Он меня все приучает, потому что он иногда звонит и говорит: мама, я тебя найти не могу, ты где? А я... Вот еще здесь есть два целых ремня. А, есть поясной ремень. Эту сумочку можно носить на пояс и можно носить через плечо. Вот. Именно вот он специально мне купил для телефона. Мама, ты же блогер, говорит. Должна. Вот. А, есть еще вот тут. Что это? Тоже... А, ну это, наверное, какие-то ключики прицеплять, чтобы они не потерялись. Там еще кармашек есть. Так, ага, это чтобы не потела сумочка. Вот такую вот он мне прислал сумочку. Вот видите, ее можно на пояс одеть. Но я на поясе не ношу, как бы, но здесь, к нему идет такое, как поясная сумка, вот так свисает. Спасибо, Женя. Это очень важная вещь для меня. Так, дальше что? Так, это... Как она называется? Палка. Не трайпод. Трайпод, наверное, это называется. Вот как это называется. Трайпод. Ой, такой маленький. Такой маленький. Он мне наслал всего такого, чтобы может понадобиться. Ой. Так, смотрим. Гарантия 2 года.
Такая малипуська, изучаем. Так, вот. Дальше что? Ой. Ну так, без бутылки не разберешь. А, вот. Вот так вот, наверное. Нет. Непонятно. А, вот так вот она ставится. Эти ножки такие устойчивые. И она должна, наверное, еще вытаскиваться. Здесь вот есть вот кнопочки. Это вот нужная вещь именно для съемок. Здесь еще есть вот такое вот зарядное устройство. А как она открывается? Ой, Женя, Женя, Женя. Нашел кому дать. Маме, да? Она, если что, ее можно накрутить. Она куда-то накручивается. Но как она открывается, непонятно. А, наверное, вот так. Не сломать бы. Такая палка для селфи, ребят. Еще, я так поняла, вот здесь есть подсветочка. Но как она действует, я не знаю. Вот тут я смотрю, вот такое втыкается зарядное устройство. Тут написано два раза нажмите, и она там откроется. Но как еще действует, надо спросить у него. Я не поняла. Вот. В общем, хорошая вот такая штучка, маленькая, устойчивая. Именно вот она хороша для съемок. Именно вот на кухне. Мне неохота таскать вот этот большой трайпод, складывать его, тащить, потом с кухни идти обратно, тащить сюда. И вот получается у меня теперь два таких трайподика. У меня это еще один маленький от дочки. А это вот сын прислал. Вот такая вот штука. Вот зарядное вот это вот устройство подзаряжать. Дальше что? Это что? Так. Ой, я не... Лоротадин. Лоротадин. Вот я забыла. А, лоротадин это противоаллергические получаются вот такие вот таблетки. Это тоже он мне прислал. Так, и он мне прислал для машины. Для машины. Мама, тебе надо закрепить на машине. Ты ездишь. Больше должна снимать город, что ты едешь. А мне в машине некуда поставить. В машине мне некуда поставить. Так. Ой, ребята, без бутылки точно не можешь. Так, сейчас буду разбираться, что это такое. Итак, друзья, прислал он мне вот такую штуку для машины. Вот это мне надо больше всего. Куда я делаю телефон? Вот смотрите, ребят. Ну, во-первых, я, конечно, с техникой вообще плохо дружу, плохо. Во-первых, она вот так крепится на панель, ну, ко мне лицом получается, да? И я могу, значит, ехать, разговаривать, общаться, правильно? Вот. И кроме того, она может ставиться вертикально. Вот, смотрите, телефон. Здесь есть вот такие ножки. Вот они вот так. И, а вот это вот, вот такие ножки, видите? А эти ножки вот так раздвигаются, и сюда ставится вертикально любой телефон. Сейчас я вам покажу, как это... Вся система выглядит. Можно телефон побольше, поменьше. Вот. Опять же, получается, это ко мне лицом. Но я могу уже и так развернуть, если я включила и еду, снимаю. Но можно так и так, правильно? У меня же две камеры как бы. Сюда и сюда меняется. То есть я могу уже, если еду, я могу снимать
уже что-то на улице. Ну вот. Я, допустим, еду на природу, я могу там как бы снимать, что там у нас на природе, да, как говорится. Вот эта штука вот очень даже мне нужна. Вот эта штука. Вот, Женечка, большое тебе спасибо, сынок. Здесь, кроме того, есть вот такая запасная штука. Вот. Вот такие важные вещи он мне прислал, которые как блогеру нужны. А то, говорит, мама, ты мало снимаешь. В основном твои руки, ты с людьми не общаешься. Вот. Вот, большое спасибо, сынок, за подарки тебе. Дай Бог тебе здоровья. Ну и вот вам, ребят, я показала, что мне прислал сын, какие он мне прислал гаджеты, что он прислал маме. Ну, на этом все. Обзор закончился. Пока-пока, ребят.